Наверху красиво видно, как? Угу. Тебе видно? Там светятся эти башенки. Маленькие. Красиво. Где там елочка еще стоит? Пойдем, пока не разобрали. Новый год же кончился. Ну, да. Шикарная елочка. Это красиво. Там памятник какой-то большой. Обалдеть. Там церковь. Церковь, ты посмотри, она закрыта вот за этим зданием. Ну. Как они так сделали? Как они закрыли, смотри. Памятник какой-то. Шикарная церковь. Полицаи приехали, контролируют забегаловки. Очереди у них везде практически. Слева орган. Орган же там, да? Да-да. Красиво оформлено. Чувствую здоровье. Вон там идут по веку, да? Там вон внутрь кто-то заходит. Здесь паровоз. Что, маску одевать они? Все в маску. Наверное, маску одевают в магазин, да. Паровозик, часы. Какие хочешь мармеладки. И конфетки вкусные, наверное. Вкусняшек, конечно. Толчок. Вот они их откуда. Ну, не так. Ну, она вон делает, типа, да? Смотришь, потом хочется чего-нибудь вкусненького. Ну, можешь спереть какую-нибудь одну.
помадку. Красиво, конечно. А мы же не включили. Не, а он, да. Вышки. Камера стоит, чтобы никто здесь в уголочке не спер. Так, пойдем дальше. Что не паровозик? Топочка. Классно. Вот, не страшу, страшилки какие-то непонятные. Серебряные, колун большие. Это книга отзывов. Пиши с Новым годом. Это 21-й. Где ручка? Ручка потесть, нет? Нет, сейчас достану. Нет ручки, что? У меня есть ручка. Но будем 2022 годом. Так. Фамилия. Как он Матрешечный магазинчик. Яички. Сейчас здесь витрину сниму. Без маски он ходит. Надо маску одевать. Дед Морозы наверху. И снизу Дед Морозики с олененком. Вот шикарный Дед Мороз. Все заходят только, чтобы поснимать. Девчонки. Свинюшки, мышки, тигрята, не пухи. Пивом, чувак. Что они делали с президентами, матрешка? Вот матрешки с такими известными маска. Личностями. Там тоже вон масса. Ну. Так, тайский массаж. Вон там. Шум девятка. Это, я люблю тайский массаж. Массажистки спят. Ну. Там с рыбками.
400 этих. 400 крон. 25 минут, 400 крон. Здоровые. 45 крон это сколько? 2 евро практически. Гливайн. Милитвайн. 50 крон. Тут сбегало по куча всяких. Слева, справа. Вкусняшки. Это тоже эти, которые такие завернутые, как у нас их назывались. Mm. Трубочки. А, вот эклеры. Там замок, смотри. Сладости опять. Mm-hmm. Бочка. Тут без эшки можно было бы взять что-нибудь такое. Хотя я не очень хочу. Что, сфотографироваться? Машина сейчас загорится, зеленый перейдем. Бежать так нету. Ну, все, зеленый пошел. Король Чехии. Кто он такой тут? Замок освещенный. Ну, чем красиво, конечно. Речечка. Замков, ну тут куча, тоже понавешены. Дима, это мост знаменитый. Пражский старый мост такой. А, пойдем по мосту пройдемся. Я только сейчас до меня дошла, что мы до него дошли. Пока здесь. Вот он, да, чем выглядит. Красиво. Мы же такую башню уже видели, что у нас. Похоже. Церковь яиц или художники. На коньках катаются. Видишь, на коньках вы катаются? Ну, сами с правой стороны. Там. Справа на коньках, да, смотри, точно. Обалдеет. Наверное, дорого стоит, более мало на острове. Наверное, в ресторан идешь, поел, потом на коньках катаешься. Да, от ресторана сделали? Может, да, быть. Там в ресторан как будто. Прямо надо вон там. Вид с моста. А? Ну, вид с моста, я говорю. Тут, правда, ничего не видать, темно. Так там тоже, смотри, какой-то. Ну, водопад.